Я думаю, что такие, конечно, это однозначно люди такие существуют. Я не знаю, как их назвать, там организации, наверное, какие-то. Потому что, к сожалению, наш президент вообще в любой стране, они все равно, нравится нам или не нравится кто, они управляемые, также зависимые люди, а не то, что они вот рукой махнули и решили написать любой закон, и мы в это сделаем. Я не знаю, кто это управляет, существа, высшие расы, но это было испокон веков, и это, я думаю, что как бы будет. А куда? Вот если бы эти люди за нами просто наблюдали, вели как бы хорошему, но я сравниваю, мне кажется, мы идем, мы разрушаемся. Я за то, чтобы все созидалось в этом мире, но я живу очень долго, и больше идет разрушений. А как это исправить, на ваш взгляд? Ну, возможно это вообще исправить, и как? Вообще все должны понимать, поменять в себе отношения, то есть у нас внутри нас должно, мы должны поменять отношение к миру и не просто созидать, хотя бы сохранить то, что мы имеем, а со временем приумножить. А мы разрушаем то, что имеем, мы разрушаем ценности, мы разрушаем какие-то вот понятия. Мы даже семьи стали разрушать так вот, вот легко. Если мы не научимся вот все это сохранить, мы вообще все потеряем. Мы исчезнем как цивилизация.